доллар 51 рубль 14 копеек, евро 57,16. РФМ продолжается утреннее шоу «Первая смена». С добрым утром. Алкаша найду, он хотя бы стихи знает, какое-то веселье. Меня вообще бесит, когда люди лезут в мою личную жизнь, даже если это мои друзья. Он там сейчас с одноклассницами, у них всех есть дети. И они, знаете, такие одержимые мамаши, потому что они весь вечер разговаривают. С 30 апреля по 13 мая. Главный чай Липтон 1,75 литра. Всего 44 рубля. Нахуй. Съездили, блять. Поэты не стареют, кому правда, брат, что полнее. Ой, ой, ой.